Всем привет! У нас сегодня быстрое, легкое в приготовлении и самое главное вкусное блюдо. Это шакшука или еврейская яичница. Итак, поехали! Для начала добываем огонь и идем резать. Для ее приготовления нам понадобится непосредственно яйца, помидоры, лук, перец, базилик, кусочек масла и приправки. Так. Начинаем с помидорок. Надрезаем их чуть-чуть. И ложим в тару. После чего заливаем их кипятком. И отставляем. Затем нарезаем лук соломкой. После лука нарезаем перец. Наши помидорки подошли. Чистим их. Помидорки нарезаем произвольным способом. Так. Помельче и все. И осталось нам нарезать только базилик. Ставим сковороду. Ждем, пока растает масло. И закидываем лук. Так, пошел лук в ход. Лук обжарили до золотистого цвета. Затем отправляем перец. Обжариваем буквально 30 секунд и закидываем помидоры. Так, в ход пошли помидорки. Добавляем приправки. Одной, второй. Перемешиваем. Оставляем на секунд 20. Также добавляем базилик. После чего делаем три углубления. Вот так где-то. И выбиваем яйца. Прошло минут 10, наша вкуснейшая яичница готова. Осталось только попробовать. А есть ее надо вот так. Оторвать батон и сразу макать. Какая-то тут... Прям язык заплетается. Какая-то же вкуснятина. Просто обалденно. Пробуйте, готовьте, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!